Анекдот про Наташу Ростову. 20 левелов без DLC, апкап какой? Короче, 20 левелов или 30, или 20 без DLC. Слушай, я не знаю, но я точно знаю, что левелов 10, 20 еще с DLC прокачивается. По-моему, максимальный сейчас полкости. Возможно, пизжу, но ты понял смысл. Ты понял смысл, на цифры не обращай внимания. В Mountain Blade 2 играть скоро выйдет. Кстати, а Mountain Blade 2, это, она как бы продолжает? Алло, не фризить. Отчаянная голова. Они пиздят меня перебивают. Заткнитесь нахуй, стражи. Отчаянная голова. Че хотел спросить? Mountain Blade 2 это прямой наследник первой части? Это будет, ну, то же самое, но только улучшенное, больше, сильнее, да? Я очень надеюсь. Я в первый Mountain Blade в оперы забрал. Кстати, в оперы это, блядь, я так и не забрал. Надо уже поторопиться. Наверное, неделя осталась, прежде чем они протухнут. Что-то мне про первую рассказывал. Ой, я в первую, блядь, играл. Я сумасшедшее время потратил в первую Mountain Blade. Я ходил к типу с ночевкой, чтобы лежать на полу, чтобы смотреть, как тип играет в Mountain Blade. С читами, блядь. Ужас нахуй. Да, ой, отлично. Отлично. На полу лежал, и потом грудак болел, как сейчас помню. На втором этаже мы запирались, а потом, когда его родители спать ложились, мы по крыше, блядь, а мы уже кабаны были тогда нихуёвые, каждый там весил, дай бог, по 2 центнера, мы, блядь, по крыше шиферной, скрипя, стуча, выбирались, блядь, куда-то там к трубе, чтобы покурить. И мы почему-то думали, что это абсолютно беспалевно, по крыше, блядь, людей. Ходить. Всех клиентов насквозь видит. Если он считает, мудозвоны, что ты нам пригодишься, значит, так и есть. Перейдем сразу к делу. Может, это был частный дом, я имею в виду, это был частный дом, пацаны, это была немного квартирка, так что все нормально. Я имею в виду в этом смысле. Он хоть красивый, это был Куплинов? Раньше видюха была, не, 560-я, по-моему. Ну, забраться на крышу выполнено. Как так, нахуй, блядь, как так? Только что рассказал историю. Ебались, говорит, вы. Начинай забирать вовремя. Я знаю, я за денег не сожру. Просто у меня в натуре как будто бы нету возможности до этого Бургер Кинга доехать в дневное время. Быстрее, быстрее. Лови, лови. Ой, блядь. И это стиль? Вот это стиль. Покури, покури, да, на крыше надо засмолить. Не могу. Да. Гады. Суки. Подножку, блядь, не туда. Стоять, где ты? Наверх! Срежешь дорогу по крышам. Понял. Ой, братан, не воображай. Я не огромный, как мамонт. Я просто, блядь... Чуть-чуть крупнее среднестатистического человека. Сейчас так тем более, я, блядь, поднабрал, дай бог, нахуй. Я пока здесь, сука, когда уехал, получается, сколько уже? Чуть ли не... ну, где-то полгода назад так спрыгнуть, идти по крышам или спрыгнуть? По крышам. Голубей гонять! Как шатунов. Не возьмете? Не возьмете? Да, нахуй, это самое, блядь. Никакого сверхчеловеческого, блядь, размера нету. Ты не придумывай, не представляй всякое. Правила есть, правила? Правила всегда есть. Правила всегда есть, всегда нужно соблюдать. Это, блядь, не стражи, это какие-то клоуны. А, не скажу, блядь, рост, вес, вы еще, блядь, начнете, сука. Вы еще начнете потом, блядь. Сопоставлять. Ребят, ну вы же видели, блядь, меня в этом самом, в Инстаграме. Ну, как бы все. Как бы какие вопросы? Параметры, цвет глаз, цвет волос. Попался, ублюдок. Ничего я вам не скажу! Скажешь, как миленький, и не таких раскалывали. Так, чисто человек, все по классу поддержки. Друзья, настало время очистить город. А, нет, город класс от поддержки. Да какая шваль? Что ты материшься? Какая шваль? Поддержка? Нет, классы поддержки здесь могут быть полноценными дамагерами. Драгонесс играл. К
Конечно, конечно. Ты бы знал, сколько я потратил там время вместе с Дэном. Дэн вообще был наглухо отбитый по Драгонесту, по драконике тоже. Сутками в нее ебашил. Все-таки, видать, засмолил, ну похуй. Инста, да в паблике у меня есть ссылка на мою инсту. Слушай, инсту забросил. Да я не знаю, как-то с одной стороны фоткать особо было нечего. Да и знаешь, такое время было, что типа это инста. Сейчас больше хочу. Сейчас какие-то идеи появились, что я могу показать в инсте. Бля, орёт. Промазал. Что-то мажу, получается. С рейдерами сейчас разберемся. Bless Online. Слушай, ты это самое. Ты навряд ли найдешь хотя бы одну MMORPG, в которую я не играл. Ну, по крайней мере, не заходил. Много рейдов в Драгонесте закрыл? Да нет, не особо. Я играл за этого, за темного какого-то мечника, за черного. Прокачался почти до полтоса, по-моему. В рейды едва-едва успел только попробовать. На ползубика. Все боятся нос туда совать. А, ну да, блядь, я же, в смысле, запалился, да? У меня целый видос на канале, который я снимаю без головы просто. Диме, весь видос можно наблюдать. Что, зачем вопросы? Тогда. 45 воперов с донатов. Отличный повод ворваться обратно в Инстаграм. Да. Думаю, это будет хороший повод, да. Чё, блядь, это был лифт. Какие планы на ДР? Абсолютно никаких, ребят. Запущу, наверное, на часик. Донат отключу, сразу предупреждаю. Потому что, я знаю, блядь, есть народец, который, блядь, начнет потом, сука, меня доставать в паблике, блядь, еще где-нибудь. Так. Поехали. Почему мы должны дышать твоим дымом, да? Не забочусь о здоровье. Смотри, сколько ковбоев собралось, и все в этих шапках дебильных. Не понимают, что происходит. Давайте, ребят, разбиваем их на голову все. Угу, хорошо. Ага, я понял, сейчас. В ДР должен нам бабок башлять. Кому вам, блядь, кто вы? Я один здесь, нахуй. Рагнарёк на офи играл? На офи нет. Я знаешь что? Хочешь, я тебе скажу большой смех? Ты никогда бы не подумал, если ты, блядь, знаешь за Рагнарёк вообще, за всю тусовку, блядь, за весь смысл. Я тот человек, тот самый дебил, который не любит и не играет в первый Рагнарёк, но я взял кап, я взял хай во втором, блядь, Рагнарёке. И я даже там, ну, то есть... Шмотки были у меня точеные, вся хуйня, понимаешь, слышали? Да? Говорят, слышали? На улицах уже дерутся. А вот и наш герой. Здравствуй, охотник на демонов. Отойдем-ка в сторонку. Поболтаем. Может, у Макса просто нет головы? Не думали? В EVE Online у нас, короче, с Никитой появилась идея. Сидим с Никитой ночью, неделю назад примерно. Пялим, не помню во что, в какую-то хуйню, в Dauntless или в Вовку. Короче, что-то просто пиликаем и базарим, общаемся. И он предлагает такую вещь. Говорит, давай, короче, возьмем, подкопим бабок, скинемся к какому-нибудь типу, который будет наш личный кауч-тренер, короче, по этому самому, по EVE Online. Найдем где-нибудь какого-нибудь молодого парня, студентика, который шарит за EVE Online и начнет нас тренить, блядь, в Дискорде. Как играть в эту парашу, потому что сами мы не способны. Голова, блядь, голова уже не рабочая-то. Володы, конечно, играл. Конечно, блядь, играл. Как ты поблагодаришь всех нас? Я не могу, Братан, я не могу этого говорить пока, Баску. Этого не будет. Этого не существует пока что. И не будет. Так. Ой, да что ж ты будешь делать, блядь?
Секунду. Про боевые искусства. Ты про Вушу онлайн? Это как это, блядь, было там? Ну, про китайцев, да? Да, играл. Только не, ну, не до конца. Да что ж ты, твою мать? Откуда? Откуда все это? Сука. Откуда? Forsaken World играл, братан, играл. За этого, за каменного хуя с молодом. Играл. Я сумасшедший помешанный, блядь, был ребенок на MMORPG. Ты не найдешь MMORPG, в которую я не катал. Ну, только если совсем там какую-то корейскую ебань, в которую там, блядь, два человека играло. Что, не верится, да? Я вообще считаю, что Алоды во многом плане даже лучше Вовки. Русские отлично построили. Чито, блядь, были украинцы, не помню. Не но сделали они игру шикарную на свое время. Сказать, прошу да? прощения, да, то, что тут что это. Хочешь его вразумить? Тьфу. Да тебя попросту. Я, конечно, не врач, но, по-моему, из носа, да? На дуде играл. На трубе дуде. Как назовешь сына или дочь? В честь деда, само собой. Blood and Soul, да, до того, как вышла Blade and Soul. Кто-то решил сыграть, бля, на хайпе. Blood and Soul, это говнистое сделать. Ген. Играл. Вот значит как. Угу. Что ж, охотник, я знаю, РФ онлайн играл. Будет. РФ вообще сумасшедшая, блядь, вещь с этими роботами, парень. С этой херней, с этими... Бегите, одна из самых тяжелых игр. Чуть-чуть, я чуть не люблю, когда меня перебивают. Давайте мы голоса вот так сделаем. Вы как бы пиздите между собой, меня не трогайте. Warface, да, Metin 2, знаешь. Ох, блядь. Вот что-что. А Metin 2 я знаю прекрасно. Там были оставлены бабки моего отца. Бабки отца моего отца. Я пиздел отцу, что иду в кино. Просил у него 300 рублей, донатил, сука, на то, чтобы купить точки, не точки, блядь, а какую-то ебань там, перчатку вора. А, да, перчатку вора, чтобы купить в донат-шопе. Чтобы, блядь, мне с этих камней, которые там разбиваешь, больше дропалось говна. В тюрягу онлайн. В ПВ, да, конечно, ПВ, конечно, конечно. Бау-бау, блядь, да, все это было. Blade of Immortals играл, даже, блядь, пытался ее после ее закрытия поиграть, но нихуя не получилось, не случилось. Blade of Immortals это та, которая тоже с изометрией. Я потому играл, мне изометрия в принципе нравится. Мне в принципе нравятся игры, у которых вот такой вид сверху. Я это люблю почему-то. Warface, конечно, играл, но мне не понравилось, недолго играл. Так как чел разбогател на аукционе, бросил универ и уехал работать в Европу. Да, Энди. Ну, последний сезон не совсем цепляет. Предпоследний хороший. Dragon Nest, само собой, уже обсуждали. Lineage 2 играл, только на пираточке. Albion Online играл. Там они... Albion это там, где они еще придумали, мол, у них там внутри MMORPG есть своя это, блядь, моба, да? За Суру играл? Не, нихуя. Физвар. Не, дух. За духа играл. Ага. Извинись. Айка 2 знаю, но как бы заходил, но даже больше 10 левела там не поднимал. Бум заиграл, блядь. Да. Через ВК. Угу. Атлантику знаю, но не играл. Ну, в смысле, понимаю, что это. Пора, поиграл. Sun Online. Точно играл. Короче, пиздец, ты говорит, No Life называется. Карас играл Карас. Карас вообще, блядь, больная игра. Так. Батл какой-то Блейд. Айон до капа доходил. Last Chaos это вообще пиздец, пацаны. Про Last Chaos меня вообще не спрашивать. Это было во времена универа, когда были там эти. Там ивент каждые 2 года был. Назывался он Дары осени. Я ставил ботов, блять, на ночь и просыпался по будильнику ночью с кровати, чтобы посмотреть, не спалил ли меня какой-нибудь, блять, там, админ, что я очки себе ботами накручиваю. Было время. Просто не могу. Revelation играл. Да. Сейчас. Это Guild Wars 2 играл. Tess Online, она у меня есть, я недавно ее попробовал.
Мне понравилось, но я не смог в нее играть, потому что времени нету. Блять, мне что, пробиться к бункеру? Не могу в конец прийти. Сейчас, секунду, дайте в конец приду уже с сообщением. Нет, в NFC Online как раз таки не играл. Cube World тоже в первый раз слышу. Так. Дракенсанг играл. Дракенсанг онлайн. Да, она сначала была браузерная, блядь. Да. Типа дьяблой. В мясо разорвал. Так. Руна нет. Руна X. Я прям ща, говорит, в Карас играю. Ты сумасшедший, блядь, как это можно... Как Карас можно вывозить? Кабал. У меня из Кабала онлайн в аудиозаписях ВК есть песня, это их идиотская, я вам даже сейчас ее подрублю. Как сейчас помню, когда мы сидели, играли в этот Кабал онлайн, блядь, и эти, блядь, звуки странные были. Сейчас где там там? Идиотская песня, но мне она так зацепилась. Максон, блядь, ты, говорит, ебанутый? Я объяснял, да, я ебанутый. Мне очень нравится MMORPG, я все детство в них шпилил. Ох, блядь. Флуф играл. Суки, вы чё, суки? Не, все, ребят, я думаю, ну, тут надо заканчивать, как бы. Тут надо заканчивать, как бы. Короче, понятно, что я в MMORPG играл, пацаны. Да ты вы меня, в покое оставите? Тихо, сейчас куда-нибудь сюда примкну. Ага, вниз листаю. Сейчас Титан Квест, ну конечно, это же не MMORPG даже. Так, Му онлайн, естественно, да. Ну, не я, Никита в нее ебашил, я так чуть-чуть с ним побегал. Так. Властелин колец онлайн знаю, но так и не решился в нее зайти. Пацаны, вниз, короче. Короче, ребят, я вниз листаю, если что-то проебал. Ultima Perfect World знаю. CVTR не играл. Это самый Star Wars? Нет, мне не нравится Star Wars. Rapples играл. Rune of Magic, возможно. Rapples, блядь, у меня... В Rapples'е у меня был этот самый донатный пэт. Я закинул рублей 500 туда, чтобы пэта какого-то ебануть себе жесткого. Не помню, какого именно. Какую-то осу, блядь, которая дамажила дико. Про небеса ничего не отвечу. Все, вниз листаю. Requiem Online, это вообще был кек. Мы тоже с Никитой в него играли. Мы-то эти пецы, блядь. Такой ужас. То, что там некоторые мобы только ночью спавнятся, это такой бред, блядь, был. ММО-маньяк, да. ММО-маньяк. ММО-убийца. Так. Угу. Проверканал, да, в Аватарию играл. Я ее знаю, но я в нее не играл. Perfect World уже говорил, да, играл. И даже, блядь, какие-то успехи имел определенные. Он точно говорит вопрос про Тессо. А что это? А как расшифровывается? Royal Quest, помнишь? Да, помню, но она сдохла мгновенно практически. Силкраат, да. Ну, как играл? Пару левелов поднял и вышел. Все, ребят, больше не смогу отвечать на подобные вопросы. Это уже, блядь, доходит до сумасшествия. Так, а ну-ка, где эта песня сейчас быстро сделаем? Именно поэтому я, блядь, сейчас сижу и вот этим занимаюсь. И, в принципе, если у меня есть свободная минутка, то я сижу и кликаю, блядь. Это, знаете, как какой-то рефлекс условный, который тянется с незапамятных времен. О, как я его разбил, ребята, его нахуй... В соседнюю вселенную аж перенесло по частям. Так, это не то. Ой, он еще и смеется, когда стреляет. Так. Секунду. Ну-ка. Да, увидел. Сейчас нашел. Врублю попозже. Но она идиотская, мы ее слушать полностью не будем. Это не та играет, сейчас играет Free Flow Flava. Так, Банкай, да. Расчистить путь, да вроде чищу.
Как я пистолетами-то чистить буду? Оп. Да какой блич, это банкай, пацаны. Причем тут блич, это банкай. Вы перепутали. Так. Почему в Хардстоун играю? В данный момент не играю, потому что нету колоды. Но у меня есть ресурсы на колоду. То есть у меня предыдущая осталась. И, да, в принципе, что, Дастер есть, ебаный. Не знаю, на самом деле могу играть и в Хардстоун. Но проблема в том, что когда я играю, блядь, в MMORPG, всем понятно, что я делаю. Жму, блядь, курок, пуля летит, башка взорвалась. Ну и все, смысл ясен. А когда карты кидаю, ребята, которые не в курсе за Хардстоун, вообще, наверное, хуеют от этого всего. Плюс там много слов, терминологии, блядь, местной. Совершенно ничего не понятно будет. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, секунду. Ребят, не успеваю ни хрена прочитать. Угу. Оригинальные треки из Блича поставишь? Ну, в принципе, можно. В принципе, можно. Нет, зачем? Не, не буду, конечно. Чё ты несёшь? Чё это я говорю, в принципе, можно? Какое нахуй? Какие, блядь, оригинальные треки из Блича? Про Алоды? Я аж говорил про Алоды. Я считаю, что Алоды лучшая игра, в принципе, которая создавалась. Я считаю, что она лучше WoW. Но я в нее не играю, потому что она... Потому что никто не оценил ее по достоинству. И она подохла. Хайс говорит, думать надо, это не про Макса. Ах ты, чтоб ты знал. Чтоб ты сдох, я бы даже сказал. Прошу прощения, прости. Че это, блядь, какой-то крошер? Сейчас, ребята, с ним разберусь. Зажали. Подожди, я же заспамил. Сука. Да ёб твою мать, дядя. Все нормально. Без негатива. Легенда наследия драконов. Слушай, удивительно, но по-моему я знаю это название, но скорее всего я действительно не играл. Но легенда наследия драконов что-то звучит как... Звучит очень знакомо. Блин, мне эта песня на самом деле нравится. Я знаю, что многим не по душе, допустим, тяжелая музыка. Блять, но мне так песня эта нравится. Это не песня, это тип вживую записал. А по-моему, мы слушали это на стриме, нет? Тип вживую на студии в одно рыло с записанными заранее бэкграундами, или как это называется, сэмплами, записал выступление. Так. Много тера дрочил. Да, до капа. Теру до капа. За стрелка. Оп. Убейся. Так. Там... Дантян дрочит тысячелетия нужно? Ты про что именно? Ага. Не подумал после этой лиги стримеров вас использовать как площадку для секретных стримов. Сказать честно, блять, как, знаешь, дополнительная площадочка, куда можно залететь просто потупить. Вот знаешь, тем, у кого есть время, просто вот так тупить сидеть. Да, вполне неплохо. А на Твиче клоу.
Объясняю. Смотрите, MMORPG довольно старая, не одна из последних. Ни хрена про нее не помню. Единственное, что я помню, что можно ставить персонажа в эмоция танец, и идти с этой эмоцией. Там сделали такую хрень, что ты можешь в танце идти. То есть нажал вперед, куда он пошел, и он в таком приплясе ебучем. Раз. И пошел задом, вперед, в бок, типа, почему-то можно. Вот такая вот хуйня, ребят, пожалуйста, помогите, блядь. Мне это важно, но я больше ничего. Да ладно, не Алоды, точно не Алоды. Не может быть. Fortnite, блядь. TF2. Не-не-не. Пацаны! Нет, Fortnite нет. То было именно MMORPG такого. Корейс. Revelation? Не-не, TF2. Вы про Team Fortress? Я не мог перепутать. Fortnite точно нет. Neverwinter? А в Neverwinter такое возможно? Perfect World? Нет, навряд ли. Ребят, вы все в итоге... Вы в итоге сказали все, блядь, игры возможные. Архейдж можно было, 100%. Элвис, большое тебе спасибо. Я подозревал, что это Архейдж. Только не Fortnite. Естественно, я не про Fortnite. Я про MMORPG. Айон? Точно ли? И не Терра. Говорят, Архейдж. Все, спасибо. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое, успокоили мою душу. Ну как успокоили? Мне это нужно было даже для дела. Это в порядке. Это вам большое спасибо. Спасибо. Луна онлайн, Миндосик. Я такой вообще нахуй впервые в жизни слышу. Что это? Линейка, дока. Ну, короче, давайте я проверю Архейдж, если это не так. И мне напиздели нагло. Я спрошу еще раз. Договорились? Забанен за сиськи. Ты же тоже вроде ее рекламил. Братан, я не помню ни одной рекламы, которую я делал. Возможно, нет. Warframe. Да дрочил я в нее долгое время. Ничего хорошего не скажу. Вот так вот. Игра качественная, но пустая, блядь. Для меня душевно. Нахуй за сердечки банить, спрашиваю. Ага. Вот ДБД знаешь все? Да, блядь, там не знать надо, там надо это самое. Там надо скилл хоть какой-то иметь. Понимание игры. Подойти к замерзшим жрецам. Выполнено. Так, ребята, на самом деле там у меня, блядь, эти мои аудиозаписи играют. Ясно. Вот так. Блять, какой нахуй мог быть если... Братан! Сейчас надо музыку обратно настроить. Вообще хотел показать музыку из Cabal Online. Ну похуй, пусть играет, что играет сейчас пока что. Пока пройдем, сейчас настрою только. Похуй, играет. Инфосотка, ты там сначала танцуешь, а потом идешь в припрыжку, как ублюдок. Еще паки таскать нужно было по всему свету, на кораблях, по морям плавать. Все, отлично, отлично. Разрушить. Писец, ты дрочил в корейские ММО, теперь про душу говоришь. Так как раз таки в корейских ММО и есть душа. Типа корейские ММО настолько топорные, что все, что ты любишь и что тебе нравится, ты добавляешь туда сам. Ты сам строишь социальные связи. Само комьюнити придумывает, чем заниматься, блядь. На кого ходить войной, с кем пиздиться. За споты воевать, блядь. Такое, знаешь. А остальное-то что-то, блядь, не корейчики даже. Даже не корейчики. Корейки — это самое то. Это самое то, говорю. Ты заебал, говорит, будешь татуировку делать? Все еще думаю. Я не знаю, как бы практической пользы от нее нет. Против татуировки тоже ничего не имею. Хрен знает. Такс. Кабанчик Тьфу Ворлд. Кто пойдет на Игромир? Трек Error Code. Case in point. Error Code. Слушай, ну на самом деле я про классик. Нет, я не смогу. Я, короче, я хуй к носу прикинул и понял, что классик — это по времени не для меня. Mm-hmm.
за Сурвов, за киллера третий. Ты чё, блядь, там этот киберкотлета? Подожди, какой нахуй отход прикрытием? Стоп, что это? А, и вовремя отпустить надо. Ой, ебай, боже мой! Оба ты мой, ты, блядь, дорогой! Еще раз нам, пожалуйста. Покажи, как ты умеешь, Данте. Сейчас, через 17 секунд, собственно. Так, это что? Это, а, ну это вот это вот это. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу, как он исполняет. Отход под прикрытием. Зажимаем. И вовремя отпускаем. Гранаты раздал. Полет как Плющенко ебанул тулуп вокруг себя. Ах, корейцы, блядь, засранцы. Что ж вы творите? Не переборщили ли? Оп-оп-оп, ты кто, блядь? Ты кто такой, блядь? Ты, может, маньяк какой-то? Сюда. Покажи. Еще раз. Ну, сейчас, секунду. Давай, пошли. Говно, у меня не было места, чтобы назад кувырок сделать. Весь стиль проебался. Тип пишет, но как? Да-да-да. Непонятно, блядь. Долгие упорные тренировки. Все возможно. Слушай, съебитесь ради бога, почему вы меня, блядь, заебываете? Угу, угу, угу. Оп. Собираем. Сегодня еще игры планируем? Да ты знаешь, как-то... Блин, ну типа игры есть. Ну, оно того... Оно надо. Нам-то осталось-то полчаса сидеть, ребят. Добьем уже, блядь, потихо. Раз сидим, так сидим. Мы какие-то крылатые. Крылатые падлы, блядь. Блядь, крылатые падлы! Я из-за вас проебал. А, нет, не проебал. Погнали. Хуяк в мясо, ребят. Это было... Да, да. Вначале это не так ощущается, но я вас уверяю. Вот знаете, как в Диабло? Чем меня подкупило в Диабло? Количество мобов, то, что они разрываются в мясо, все дает какое-то такое ощущение, то есть вот этого уверенности твоего вот этого панча, вот этого удара, что если ты вкачал скилл, и ты им, блядь, трахнул по земле, и все разлетелось в кишки, есть какое-то такое малопонятное, но существующее ощущение происходящего, как будто бы в этом есть какая-то сила, как будто в этом есть что-то... Блядь, даже слов не подберу. Может быть, вы знаете, как лучше это называется. Ощущение, как будто бы это реально произошло. Как будто это не картон, не бумага по бумаге ударилась, а как будто бы это, блядь, произошло. Вот так скажу. И здесь будет то же самое, по идее, когда в данжах огромные толпы мобов, все эти вот эти вот скиллы на массу, все летит в крови, в кишке. Похожее ощущение создается, как с Дьяблой. И это, конечно же, несомненно, плюс. Че, можно я погромче сделаю? Песня-то хорошая, чешу, ёпта. Песня-то замечательная. Хуй, секс, 5 раз, что? Импакт, да-да-да, импакт какой-то есть. Оргазм. Мощь, здоровый кайф. Можно и так назвать. Реализм? Ну да нет, точно не реализм. Когда ощущение... Ну да, импакт что-то подходит. Подходящее название. Что вообще за чужой вылез, блядь, повылазил. Угу. Угу. Так, кстати, последний левел доигрываем. Сейчас будем чекать классы. Как раз ровно-ровно. 10-й. А, он не туда. Что за трек? Сейчас, пацаны.